В рамках президентского проекта социальной газификации в Одинцовском округе будет догазифицировано 162 населенных пункта. В итоге возможность подключиться к магистральному газу дополнительно получит 12,5 тысяч человек. До границы собственника газопровод прокладывается бесплатно. Всю информацию и услуги, касающиеся реализации программы, можно получить, обратившись в фирменный стационарный офис в Чистцах. Он работает со вторника по воскресенье с 10 часов утра до 8 вечера.